девчонка мне сказала, что я женоненавистник. Я даже душить ее перестал. Понимаете, да? Девчонки, вас никто никогда не считал людьми второго сорта вообще. Людьми. Что ты сказала? Что реально раздражает, это вот эти женщины-полицейские. Да потому что толстая, уверенная в себе баба, это же катастрофа! Да никто из зрителей нас не обижается. Юмор же он исцеляет. Я, кажется, понял, и просто никто не дает. Будут убивать, звоните. Я расскажу тебе, как устроен этот мир.